Всем привет, дорогие друзья! Набрали родниковой воды, будем готовить очень вкусное блюдо. Поехали! Ребят, я прям чувствую, что у вас нехватка контента именно на вот эту тему. Поэтому вам решил показать еще один такой ролик. Вот в предыдущем ролике мы делали тоже на углях мясо, но у нас были антрикоты. И нам на базаре прям пилой классно отпилили ровно. А на этом базаре не было такой пилы. Приходится сейчас ее в два раза тоньше делать, потому что мы ее не прожарим. Хоть и будем жарить с кровью, медиум прожарку, да, но все равно толстая. Надо чуть-чуть ее заполовинить. Ребята, мясо попалось просто шикарное. Вообще давно такой говядины не было. Это именно такая бедренная часть. Нам поперек ее так разрубили. Вот. Ну, конечно, повторюсь, если была бы пила, вообще было бы шикарно. На пиле прямо они регулируют, знаете, чуть ли не до миллиметра. Тебе выставляют, они там раз и готово. Ну, мы постараемся, ребят, вам и без пилы сделать очень хорошо. Кстати, ребят, в последнее время появились, ну, вообще... Хейтеры, да, это такой побочный эффект успевающего канала, да. А появились, блин, не хейтеры, а какие-то недобитки. Полухейтеры, полу непонятно кто. Пишут, и вроде бы и не гадости, а просто какую-то вообще, ну, глупость пишут. Я просто, ребята, поражаюсь, что у вас в голове. У той коровы, у которой мы забрали это мясо, наверное, больше чего-то полезного в рассуждениях, да, чем у этих недобитков. Ребята, кончайте, а то мы вас зажарим, как вот этого бычка, видите, вот такое. Слушай, а ты мне напомни вот эту штуку купить, вот камера-мотор, вот эту хлопушку. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как она правильно называется. Там еще мелом, да, будем писать? Дубль 1, дубль 2. Короче, срочно надо ее покупать. Запиши в заметках. Обязательно делаем маслом. Кстати, опять возвращаюсь к умникам. Вот тот ролик, я забыл масло, вот, и делал без масла. Кстати, не один написал, где масло, прям молодцы. А сейчас я вот, не дожидаясь вашей критики, не забыл в этот раз масло.
Замариновали мясо, и теперь мы разжигаем огонь. Пока огонь у нас прогорит, сядет, мясу будет достаточно времени мариновки. Зажигаем огонь. Ребят, хочу порекомендовать вам, вот кто такой гурман, любитель природы, любитель всего натурального. Эти печи мы тоже делаем под заказ. Вот, кофе получается, ну, просто изумительный. Я прям кайфую, честно говоря. Хочу, чтобы и вы кайфовали. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела?
Нормально. Че, много дров нарубили? Да нет. Так, просто разведку делаем. А, да? Ну. Какие тут вообще дровишки? Что за порода дерева здесь? А, не знаю, здесь вроде бы рубить-то и нечего, и не дают сильно, где сухостои. В основном заказываем, привезут. Так, а БАМ строили, а ну расскажите, что там было? Ну, в 75-м году уехал туда, на северный, в Якутии. Ух ты! Когда комсомольская стройка шла. Да. 74-го начала БАМ строили с БАМовской в сторону северную. Ага. Ну и там застряли на лет 25. Ничего себе! 25 лет! Да, построили, сам ложил путеукладчиком, потом сам машинистом ездил. Молодец. С депо Тында было главное депо, приписка у нас. Поселок. Ездили туда к северу, на Беркакит. Нерюнгри, это угольная, ну. Слышали? Да, наверное, конечно, угольный слышали. Угольный бассейн, да. Там скрыт, ну, с крышей все было поверхностно, добыча угля. Ничего себе. Ну, так вот пробыли. Потом вернулись в квартиру здесь, в Тосно. Там сдали, здесь Тосно получили. Ну, Ленинградская область. Давали в городе, ну, поближе, поменьше город. Понятно, да. Понятно. Тут пожили 10 лет, бабушка захотела, да, поехали, где теплее. Дожди в Питере. О, в Питере, конечно, дожди, 10 да. 10 лет прожили, 11, и сюда, вот. Приехали. А как вам вот эта кубанская наша природа, нравится? Нормально. Класс? Вообще супер, да? Нормально, вообще хорошо. С Питером не сравнить, да? Ну, конечно. Сырость тут постоянно, тепло, да. Там дожди постоянно, а тут прижаривает немножко. Да. Это лето вообще дождей мало было. Да, только. Да, да. Так что, ребята, приезжайте к нам на Кубань. Будем видеть, рады вас. Люди нормальные, хорошие. Если сам нормальный, то, по-моему, везде. Если да, везде, если нормальный. Ты негодяй, как да. Некоторые, ты везде негодяй. Если не засранец, то и будешь везде вот. С людьми ладить. Держи. Вот так, да. Ну, какое рукопожатие. Как вас зовут? Вандас. Как? Вандас. Вандас? Да. В смысле? А вы кто по нации? Я литовец. А, литовец. Я с Прибалтики ехал. Вандас. Ничего это себе. Это Литва была. Родом с Литвы-то. Латвия, Литва. Это же советская заграница, ну, да, раньше же называли? Да, Советский Союз был. Во, видите. Ребята, вот просто рекомендую, выйдите на природу без никаких шампуров, мангалов и так далее. Вот попробуйте вот именно вот так сделать, ну вы будете просто невероятно удивлены и вкусом, и простотой, ну по всем параметрам. То, что вы сейчас думаете, там уголь, там то, сё, сгорит, там зола будет на мясе, это вы ошибаетесь на все 100%. Попробуйте, а потом напишите в комментариях, попробовали и как вам, понравилось или нет. Я думаю, вам понравится. Получается просто шикарно.
По прожарке, как вы видели, даже у меня с кровушкой не получилось, как я хотел. Такая, прям почти до конца прожарили. Но класс. А где потолще кусок, у меня ж неравномерно было. Мы ж не на пиле делали. Где потолще, там медиум, а где потоньше, там вот так. Снимаешь? Грузим дубовые дрова на следующий ролик. Вот такой вот полный день нашего фудблогерства, ребята. А вы думаете, все так просто? Вот, видите, сколько работы? Уже темно, а мы до сих пор показываем вам наш контент. Это вот оператор нарубил с утра. Вот, а я гружу. Все у нас напополам. Он рубит, я гружу. Вот так и работаем. Откуда травишки? Травишки из лесу. Вон, видишь? Оператор, слышишь, рубит, а я отвожу. Так что такие дела. Дуб классный вообще. Аж звенит. Фу. Устали мы сегодня, ребята. Вообще ролик пилили, уже темно, видишь. Сейчас дрова нарубили. Грузим. Завтра едем. Короче, работы очень много. А вам трудно лайк поставить. Вот вы вообще. На кнопку нажмите. Скоро лайки будут платными. Так что пока бесплатно, быстрее нажимайте. Вот. Так что такие дела. А, да я их не покупал. Ну вот сейчас, пока, бля, видишь, уже темно. Надо валить быстрее.